Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru, и давайте-ка разыграем пару гаджетов сегодня, да, действительно, вы помните про конкурс, который мы неделю назад анонсировали, разыгрываем Galaxy S4 и iPhone 5, не эти конкретные, но очень похожие образцы, и да, прежде чем мы приступим, хотел сделать пару объявлений от наших партнеров, которые помогают нам с этим конкурсом и помогают с гаджетами с этими самыми. Компания «Я бы поел», во-первых, должен вам сказать, что через некоторое время приложение полностью обновится, там будет новый дизайн, новые фишки и все такое, и на iPhone это произойдет через неделю, на Android это произойдет через 2 недели. Во-вторых, ребята нам сказали, что уже к концу года они запустятся по всей России. И, наверное, это хорошо. Более того, когда это произойдет, возможно, мы сделаем с ними еще один конкурс и уже по всей территории России. Думаю, вам эта информация понравится. Окей. А теперь давайте, собственно, выясним, кто же будет обладателем этих двух гаджетов. Это будут разные люди, слава богу. И перейдем к делу. Так, более 3000 заявочек у меня здесь пришло. Вот они все тут в списке. Не знаю, что там видно на камере. Наверное, ничего не видно. Большое белое полотно. Ну вот список. Окей. И давайте приступим. У меня есть заветный Nexus 7, на котором я всегда разыгрываю что-либо. И так, ну давайте начнем. Значит, минимальное значение, да, что будет происходить? Это генератор случайных чисел, если вдруг вы смотрите первый раз наши розыгрыши. Генератор случайных чисел, я задаю начальное значение, двоечка, потому что в таблице в моей пронумерованной все участники, начиная с цифры 2. Максимальное значение, соответственно, номер последней строчки в этой таблице. И потом просто нажимаю кнопку «Сгенерировать случайное число», и оно генерируется, и я смотрю, кто это в табличке, и все остальные участники конкурса бегут к этому человеку домой и ломают дверь. Так, так, первое число 2, второе 31, 81. 3181. Ну вот, столько участников у нас в этот раз получилось. И, ну что, вы готовы? С кого начнем? С Galaxy или с iPhone, а? С Galaxy. Если вы за iPhone, то постучите по столу вот так вот. А если вы за Galaxy, то пощелкайте вот так вот. Слушаю. Ну, мне кажется, победил Galaxy, и поэтому разыгрываем его. Вот я уже вбил значение, и сейчас 3, 2, 1, пуш, нажимаю кнопку Generate, получилось 276. Вы видите, что получилось 276? Я вижу, что получилось 276. Давайте смотреть, кто же этот счастливец. Так, у меня в самом низу списка, сейчас курсор находится, 276. Скоростной скроллинг, спортивный скроллинг на время. Так, и этого человека зовут Иммануил. Но фамилия простая. Иммануил Андреев. Поздравляем тебя, Иммануил! Тебе достается Galaxy S4. Ура, 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 ура! Мне, кстати, надо записать где-нибудь, чтобы я не забыл, кто выиграл. Запишу на билетике. 276. Так, и наш второй счастливец сейчас определится. Ему достанется iPhone 5. Тоже это. То же самое все продолжается. Нажму сейчас кнопку Generate. 3, 2, 1, погнали! 811. Почти 911, но 811. Но на сотню меньше. Так, листаю опять, листаю. Как-то вот за 1000 мы даже не вылезли в этот раз. Ну, ничего страшного. 811, 811. О, девушка! О-о-о-о. Клево. Олеся Тараскина. Олеся, ты тоже счастливица. Как-то у нас это половое разделение получилось. Девушке iPhone, парню Android. Ну, окей, ништяк. Так, запишу это число тоже. Сейчас надо все-таки на сайте отчетик написать про это все, да? 811, чтобы все знали. Вот, Олеся и Иммануил, мы вас поздравляем. Пользуйтесь на здоровье этими гаджетами. Обязательно смотрите на них видеоролики от Droider. И подписывайтесь на наш канал. И все остальные тоже подписывайтесь, потому что будут новые конкурсы, и они будут для всех. Вот просто для всех. Честное слово. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что вы смотрите наш канал вообще, наше видео вообще в принципе. Так что, да, вы клевые. Спасибо. Пока. Нажимаем.